Здравствуйте! Сегодня я расскажу вам о сансевьерии. Это самое неприхотливое растение комнат. Оно очень хорошо чистит помещение, является корневым, вечно зеленым растением комнат. Сейчас я хочу акцентировать внимание на разновидности цилиндрик. Сансевьерия цилиндрик. Видите, каким образом красиво сформированы они косичками. Это молодые растения, цилиндрики, переплетают в полусухом состоянии. Они тогда становятся такие вялые. И таким образом можно сделать вот такую форму косички. Таким образом, она потом растет, достигая до 1,5–2 метра и является такой красивой, креативной формой комнатного растения, которое не только украшает, но еще и хорошо чистит помещение. Сансевьерия лучше всего живет в спальне. Почему в спальне? Потому что это растение дает вам не только много кислорода, но и выделяет те вещества, которые способствуют быстрому сну и продолжительному. Это ее особенность. По уходу практически не нуждается в поливе зимой, то есть раз в месяц поливается сансевьерия, но опрыскивается для того, чтобы не завелся паутинный клещ и чтобы растение было красивое и с таким ярким оперением, особенно как вот эта сансевьерия. При пересадке растение пересаживается в вазоны чуть больше в течение 5 лет. То есть каждый год, увеличивая вазончик, мы от такого до взрослого уже растения, которое пересаживается редко, раз в 3-5 лет, или же верхний слой земли убирается, дренируется корневая система и присыпается свежей землей. Этого достаточно.